Вот смотрите, нам СМИ говорят, что есть народ и беркут. Вот смотрите, беркут — это тоже народ. Смотрите, вот что... Да, беркут из народа. Что беркут делает? Он читает Джека Лондона. Скажите, какое у вас образование? Высшее. Высшее образование. Вот, вот беркут, и мы, простые граждане, можем себя называть тетушками. У нас у всех минимум одно высшее образование. Да. Также семьи, дети и люди, которые нас ждут и верят. И очень много людей в нас верят, я вам скажу. Поэтому мы их не можем предать, естественно, и отступать не можем. Конечно, это за нами Москва. Я надеюсь, поймут меня правильно. Спасибо.